70 миллионов рублей на благоустройство. Такую сумму дополнительно получит Магнитогорск. Горожане решили, в первую очередь необходимо отремонтировать детские площадки во дворах. Я хочу видеть, чтобы здесь было много детей. Когда дети на площадке, у меня окна сюда, мы рады. Жители Магнитогорска решают, что отремонтировать в первую очередь. Деньги пойдут на обновление детских и спортивных площадок, освещение, ремонт внутриквартальных проездов и озеленение. А еще в городе Металлургов решат проблему с вывозом мусора. Губернатором Челябинской области выделены денежные средства на приобретение специализированного автомобиля для перевозки бытового мусора. Это порядка 6 миллионов рублей. Всего на благоустройство южноуральских городов из бюджета области дополнительно направлено 500 миллионов рублей. Инициатива губернатора поддержана самой крупной фракцией законодательного собрания области «Единой России». Депутаты провели работу в территориях и выяснили, кому и на что нужны деньги. В список попали Челябинск, Златоуст, Южноуральск, Троицк, Копейск, Миасс, Пласт, Озерск, Сатка и еще около 10 малых городов области.